Помимо Аргали Марко Поло и Памирского Козерога, в последнее время Таджикистан славится у трофейных охотников всего мира еще несколькими подвидами редчайших горных копытных. Прежде всего, это бухарский мархур, обитающий вдоль долины реки Пянш в предгорьях Памира. Бухарский уреал. Его ареал находится чуть ниже, на юго-западе, практически вдоль границы с Узбекистаном. И, конечно, особенно популярны у трофейных охотников в последние годы Аргали Бруки. Свое название он получил в честь сэра Виктора Брука, исследовавшего и описывавшего разновидности так называемого тибетского или гималайского аргали еще в XIX веке. Именно он вместе с Эдвином Уордом четко описали новый вид дикого барана из Ладака. Иди посмотри на него. В начале 2000-х такие бараны, благодаря трофейным охотникам, стали наблюдаться и на Памире, недалеко от границы с Афганистаном. Всего в пару сотнях километров от тех мест, в которых знаменитые английские исследователи описывали данный подвид. В дань уважения известному организатору охот на Памире Юрию Матисону, этот вид аргали иногда также называют аргали Матисони. Шоуди, что это такое за баран? Это новая разновидность. Баран Толика называется. Баран Толика? Он же на него похож, смотри на него, потом смотри на него. Первым трофеем, добытым нами с Алексеем Кимом в поездке на Памир в 2020 году, был как раз аргали Бруки. Несмотря на шквальный порывистый ветер, первый же день охоты нам удалось довольно близко подобраться к группе баранов Марко Поло. Среди этой группы мы наблюдали и типичного аргали Бруки. Посередине, да, от этих трех. Ёж.
несмотря на не такую уж запредельную дистанцию выстрела, пришлось долго высчитывать поправки по ветру. Супер! Ну что, наши поздравления! Вот! Есть мой баран в Антисоне! 21-й баран мой! Да? Да! Отлично! Классификация Овис 21-й! Точно так же, как и у Виктора Николаевича! Да? Да! А он 500... 500, я даже забыл, сколько метров? 505 он стрелял, Виктор Николаевич! Смотри, я вынес, получается, 0,6 миллирадиана, где-то 30 сантиметров вынес, и все равно еще снесло. Недорассчитал. Ветер недорассчитал. Ну здесь он, вот там он получше посильнее. Я поставил 6 метров где-то. А он получается. Максик, несколько тысяч километров. Мы специально летели из Москвы через Стамбул. В гостеприимный Таджикистан. Вопреки пандемии, вопреки, скажем так, всему, что сейчас нас окружает, мы приехали в Таджикистан за баранами. И вот получилось так, благодаря слаженной команде мы очень быстро добрались до сюда, до места. Сразу пересели в боевые машины. И вот благодаря тому, что ребята пять дней вот этого барана сторожили, случилось чудо. Я стрелял этого барана 457 метров с горы, которая находится недалеко. И получилось так, что мне удалось в него попасть. Благодаря. Большое спасибо хочу сказать за эту замечательную охоту. Хоть она и быстрая, но она доставила не меньше удовольствия, чем и трудовая охота. То есть она была очень быстрая. Я в первый же день добыл такой замечательный трофей. Это, конечно, Максиму Воробьеву, организатору охоты, который... И, конечно, Атабеку, Зафару и всей слаженной команде егерей, которые все это готовили. Молодцы, ребята! Спасибо, Алексей, спасибо. Отлично. Вы себе представить не можете, да? С корабля на бал мы уже. Да. С корабля на бал. Тут же и тут мы приехали, бал начался. Да, да, и вот, да. Виновник нашего торжества. Да. Жить с нами. Вот он перед вами. То есть отличный трофей мы добыли благодаря нашей общей команде. Поздравляю. Ура! Ура! Погрузили. Барана Матисони, выдвигаемся в лагерь. Ну вот, друзья, мы опять на Памирской земле. Узнаете это место? Всегда, когда будем ездить охотиться на замечательных великих животных, на баранов Марко Поло, Матисона, Брукея, всегда будем здесь проезжать. Довольно быстротечной оказалась охота на Аргали Бруки известного горного охотника Константина Самсонова. Один на нас посмотрел, а он вот за ним.
Понял? Понял. Работаю. Работаю. Дистанцию тебе сказать? О, попал, все. Все. Попал, все. Ты попал? Да. Красавчик. Все. Congratulations. Yes. Поздравляю. Все, ну да? Молодец. Да, отлично быстро. Не, хороший, отлично. Марина, вас поздравляю. Ты понял, да, Вася? Полин. Мои поздравления. Ты заснял? Заснял, быстро заснял. Заснял только тебя. Ну вот, в очередной раз мы собрались в замечательном месте. Восточный же Памир? Да. В Восточном Памире у наших друзей, у Зафара, у его команды, прекрасную, как всегда, охоту организовал. Ну и команда, конечно, мощная. Ну и Макс, конечно, мощный. Макс Воробьев, запомните его. С ним надо работать. И вообще я рекомендую всем, кто хочет либо Марко Поло, либо Брукея добывать, то приезжать сюда, приезжать к ребятам. Не прогадайте, точно будете с трофеем. Спасибо вам огромное, спасибо этому месту. Тебе спасибо огромное за прекрасный выстрел. Надо сказать, что... Спасибо, быстро сработали. Да, все отлично, молодец. Спасибо, да. Спасибо, ребят. Замечательно сработали. Спасибо. Поздравляем, ура! Ура! Самсонов Хантер! Ура! Спасибо, Макс. Поздравляю. Спасибо. На этой охоте Константину удалось также быстро добыть еще один великолепный трофей памирского козерога. Об охоте на этот подвид мы рассказывали в предыдущей серии данной документалки. Кто не видел, ссылка в правом верхнем углу. Перед ним попал. Вышел. Все, умер! Умер, он готов! Не умер, встал! Прекрасная охота на Памире. Спасибо ребятам, спасибо Памиру. Показали прекрасный трофей на видео. Сначала сопротивлялся, а теперь не жалею. Добыли крайний выстрел 1011 метров. Ну, конечно, не 1250, но это следующий этап. Спасибо, ребят, большое. Поздравляем. Спасибо. Вы очень-очень командные и очень крутые ребята. Спасибо, что ты с нами был в команде. Спасибо. Самсонов Хантер. Ура! Следующая история про еще одну охоту на аргале Марко Поло. Об охоте на Марко Поло мы также рассказывали в первой части данной документалки. В правом верхнем углу или в описании вы найдете ссылку на это видео. Пожалуйста, посмотрите и поставьте лайк. Довольно часто на охоту приезжают несколько поколений охотников. Как мы помним по истории, рассказанной в первых двух частях, Альберт Чебухчан добыл два трофея – аргали Марко Поло и памирского козерога. Его отец, Альберт Чебухчан-старший, также был на этой охоте, и ему удалось добыть трофеи аргали невероятной красоты и выдающихся трофейных качеств. Thank you.
Непростые условия высокогорья Памира дают возможность каждому охотнику проверить свою сноровку и силы. Без угла. 369. Самый первый. Угол 4. Один, семь. Надо держать. Так, смотрите, теперь найдите. Когда цель движется, приходится принимать во внимание, что данные поправок постоянно меняются. И это довольно непросто. Только установишь положенное количество кликов, а данные поправок опять изменились. В таких ситуациях лучше использовать умение стрельбы так называемым выносом. Но это также требует тренировки навыков работы с баллистической сеткой. Забьем 400. Как это забить? Смотрите. Все уже отдал. Это 400. Давай 4. Вы увидите, да? Проходит. Когда удобно, стреляет. Он буквально стоит, да. Вот сейчас стоит. На нас. Естественно, подранка нужно искать и добирать. Это закон и правило любой охоты.
Па-па-па-па! Все! Поздравляю! Толя Додан, Толя! Теперь давайте, можно вас поздравить! Ну! Вам спасибо, вам спасибо! Стали! Так, охота трудовая оказалась, подранка. Добрались, слава богу! Спасибо огромное егерям! Очень хорошо организовано! Великолепно. Все, такие красоты. Да еще трофей добыт. Спасибо огромное. Трофей добыли, слава богу, благодаря ребятам огромное спасибо. Очень трудовая оказалась подранка, потом не просто было, но добыли. Огромное спасибо, ребята. Вам спасибо огромное. Благодаря вот этих красавцев. Вот. Не-не-не, все благодаря. Мы добыли вот этого шикарного трофея. Всю жизнь мечтал, наконец-то она сбылась. Так что спасибо огромное. В общем, ранение было на 610 метров, а добыли потом уже на 260. В общем, отлично. Спасибо вам огромное спасибо. Еще раз. Спасибо. Наше поздравление. Отлично. Очень удачно вышло. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Следите за новыми сериями документалок об увлекательных охотах по всему миру.